Итак, мои хорошие, пристройку освободили. Шкаф вынесли в котельную пока. Он все равно старый, это еще хозяйский шкаф. А сейчас мы сюда будем заносить диван Танин. На нем мы будем спать. Вот. А Тане уберем нашу кровать. Начинаем ремонт. Держите за нас кулачки. Все буду вам показывать, все буду вам рассказывать. Будете вместе с нами делать ремонт и радоваться за нас. Ваша поддержка нам очень важна. Переставили, наконец-то, мы диван. Переставили, еще тут спинку прикрепим. Кое-как, кое-как. Вообще, вот сегодня здесь мы будем спать с Володей. Что у тебя? Комод вынесли пока в зал. Весь его промыло. Володя здесь убрал заднюю стенку. Сейчас мы ее просушим немножко. А то там, знаете, от стены как стенка слегка даже заплеснела. Вот. Что там, Володь? Ну, не могу в эту дырку попасть. А-а-а. Чтоб телевизор поставить? Да. Видите, что творится? Хотя по зиме 2 или 3 раза делали антиплесень. Вот такая ерунда. Ну, ничего. Сейчас мы здесь наведем порядок. Будет чистенько, уютненько. Сейчас там вот эту полосочку даю. Наводит здесь, наводит красоту. Да какую тут еще красоту? Красоту наводит. Я же сперва сегодня думала, будем пол срывать, а Володя мне сказал, какой пол? Надо сперва вот это все. Зачем пол? Сначала вот это вот надо сейчас позамазывать. Это все... Штукатурка подходила. Это все, ты можешь вот. Этой, антиплесенью, да? Вот это антиплесенью сейчас пройдусь до конца, потом буду стены. А на хлорке вот. Нет. Нет. Это вот это, которое не пахнет. А. Ту я сама, где это, где пол-лам пройду. Да, да. Пол-лам пройду. А сегодня вот надо еще вот это окошко вытащить. Тоже пройтись, промыться его, а потом уже будем это красить, чтобы хорошо высохло. Ну понятно. Ну и все. Ну и тут столько пауков тебе привет передавало, я не знаю, Лена. Это точно. Когда ты с ними познакомилась? Какая у нас люстра шикарная, смотрите, антиквариат. Не, ну может это... Сабдеварская. Да у вас да ладно, а моя вообще плачет. Там скоро одна лампочка будет. Потому что сыну не надо давать по ней метелку. Данечка метелку, как пьет по ней, так пьет. Или тапочка. Да, размер-то большой. Да он ногу делает, когда поптапки снимает. Ну, в общем, вот, мои хорошие, начали мы движуху по ремонту, наконец-то. Собирались еще в июле делать. Видите, ничего у нас не получилось. Ну, всему свое время. Не всегда. Желания с возможностями совпадают. Да, ничего страшного. Ничего страшного. Какая разница, господи. Нам не успеху. Все успеем, все сделаем. Думаю, нам успеху. Все будет хорошо. Ой. Ну давай, Бог тебе в помощь. А я думал, ты. Я сейчас буду ужин готовить. Ну, я немножко сейчас берегу. С прямотой? Я ж нет. Без прямоты? Не, тут какая прямота. Сейчас вот немножечко это. Уже на завтра буду тут разводить и заделывать. Сегодня надо вот окошко только вытащить. Вытащим. Мне все антиплесенью пройти. Вытащим обязательно. Вот, а там уже будем это. Ну ладно. Мама! Куда убирать ребенка? А, Вов, давай в кастрюлю. Складывай. Сейчас мясо разделаем. Здесь у нас будет и на шашлык на 1 сентября. Но. И на еду. Девочка, готовимся к 1 сентября. Ну, надеюсь, мы опоздали. Вы-то уже все, наверное, готовы. А может уже кто и готов?
Это диетическое все. У нас здесь, видите, какой бордель на кухне. Ну а что, ремонтом, скажи. Ремонтом занялись. Равен двум погромам, да? Ага. Или как там говорят. Ничего страшного. Опа. Ладно, давай, нарезай. Все-все, режу, режу. Метель путь замела, милой ласковой самой письмецо свое шлю. Вход запрещен. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Все, не мешай работать. Подслушала, как песни поет. Подслушала. И вам рассказала, показала. Друзья, мы сейчас хорошо поработали, сейчас хорошо покушаем, картошку отварили, мяско пожарили, свежининку с лучком. Угу. Открыли банку огурчиков, кстати, огурцы просто обалденнейшие, хрустящие. Кто делал по рецепту, тот знает. Вам там слышно, как хрустит? Они у тебя всегда хрустящие. Просто обалденно. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. А мы аппетитно гуляли.